Условия для подготовки идеальные. Во-первых, климатические. Здесь в горах хорошая погода, температурные условия, которые позволяют хорошо готовиться. Ребята, у которых закончился контракт, мы им должны сказать большое спасибо. Они очень многое сделали для Локомотива. Но жизнь продолжается. В этот период крайне необходимо найти одного-двух игроков такого высокого уровня, которые были бы сильнее наших. Тогда мы будем выдерживать конкуренцию. Это один момент. Второй, тоже очень важный. Мы взяли большую группу ребят из Казанки, из нашей молодежки. Мы за ними следим постоянно. Как это было и в прошлом году, у нас в стартовом составе большая группа этих ребят, воспитанников. Надеюсь, что из нового поколения кто-то хорошо себя покажет, и мы то же самое будем привлекать. Все-таки самое главное и важное – это вот та группа основных игроков, которая должна приехать, и мы их должны подвести в хорошее физическое состояние. Но это такая в целом большая проблема, потому что у них времени меньше, чем нужно было для того, чтобы подготовка была полноценная. Как все успеть за один сбор? И физику нужно заложить, и над тактикой поработать, и как-то психологически тоже успеть расслабиться? Будем успевать. Самое главное, чтобы все собрались вместе.